Для 250 тысяч пользователей. Реклама. Эти технологии не просто позволяют пользоваться банком, когда удобно, а полноценно встраивают финансовые продукты и услуги в повседневную жизнь и бизнес. О новых каналах и направлениях, которые превращают банк в сервис с большой.
большой буквы первый вице-президент по цифровизации и инновациям Андрей Макаров и директор департамента международного и структурного финансирования Наталья Бахова. ПАО «Московский кредитный банк». В пятницу после полудня на бизнес FM. Частенько в нее попадали мечи, которыми играли сначала сам Кубер, а потом его дети, пока от одного из ударов картина не упала позади Бахова, где и осталась на четверти века. Выйдя на пенсию, Мартин решил проследить историю происхождения плота, приглашенные эксперты
Все привезут кроссовер Web3. Нам обойдется покупателям чуть менее, чем 8 миллионов рублей. Электромобиль оснащен почти 500-сильным электромотором и полным приводом, а внешний фри сильно напоминает Jaguar F-Pace. Кроме того, планируется, что в Россию привезут минивэн Web3, цена на него пока не озвучена. О перспективах автомобилей в России рассуждает эксперт и ведущий аналитик автомобильного рынка Вячеслав Сурутин. Thank you.
речь пока не идет. Ранее министр энергетики Украины подтвердил, что в среду произошел блокаут всей энергосистемы страны. Впервые были отключены все АЭС. Ситуация очень сложная, но очень трудная. Несмотря на эффективность энергосистемы, прямо сейчас работает выполняет свои задачи. Ударов по социальным объектам как не было, так и нет. Поэтому уделяется особое внимание. А что касается целей, которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу, то они, соответственно, подлежат поражению. Работы в этом плане продолжают. Руководство Украины имеет все возможности вывести ситуацию в нормальное русло. Имеет все возможности урегулировать ситуацию таким образом, чтобы выполнить требования российской стороны. Эти события не увязываются. Западные же страны заняли жесткую позицию и заявляют о страданиях украинского народа. Германия созывает встречу министров G7 для осуществления дальнейшей поддержки энергоснабжения Украины. О будущем политическом эффекте российских ударов говорит директор Центра израильской информации ответные обстрелы по энергетическим объектам, в первую очередь, наносят ущерб простым гражданам. Да и задача перед сборкой показывает поддержку. Здесь речь идет не только о финансовой поддержке, но и о структурной помощи технологической поставки Украины. Радиусом действия. Это могло бы касаться то, о чем сейчас много говорят,
какого-то аргентинского перемирия. То есть перемирие, которое было бы согласовано на какое-то количество дней. Спасибо большое. В конце года, и которое предполагало бы снижение военной активности на этот период. То есть, в принципе, можно найти значительное количество вопросов, по которым стоило бы поговорить, даже если эти вопросы не включают в себе достижение политического регулирования или полного прекращения огня. Но, разумеется, для того, чтобы эти вопросы обсуждать, нужно быть политической волей. Вот здесь пока что ясности нет, насколько с обеих сторон такая политическая воля присутствует. Андрей Картунов. Накануне Владимир Путин на встрече с основателем Уралхима Дмитрием Мазепиным обещал обсудить с ООН вопрос о возобновлении поставок аммиака по аммиакопроводу Тольятти.